хлопцы. Это правое подреберье. То есть это идет сонная артерия. Это здесь. И начинаем двигаться. Еще раз. Раз, два, три. Раз, два, три. Проходить старайтесь, проходить, выходить на другой конец. Блин, надо уходить отсюда. Дынк. 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 Где-то показали, она вам притормозит, ваша рука притормозит оружие. И вот он начинает, смотрите, работать. А я ему помогаю. Кто-то против двоих. Не заостряйтесь на одном, потому что получите от второго. И вот начали просто работать. Смотрите, ребята. Ах ты гадкий, а! Вышел все-таки. Ай! Допустим, чувствую сзади, он как-то будет реагировать. А мне в бою это некогда будет. И я остановлюсь. И вот она работает. Вот. Подъем. Вообще-то я за тебя. А тут вот получается, смотрите, ребят. Работа. Смотрите на боевого суслика в воде. Давайте еще одну резинку пустим. Водоплав. Когда там пуля зашита, так лучше не делать. Хватит. Ну ничего, видишь? Раз, это
Работу с шашками все знают, да? Ну. Все вот эти вот крутилки. То же самое, только с ломами. Отягощение берем. Упражнение развивает барабанные палочки. Да. Ну так правильно карты рвать. Ломик, как карандашик. Вот путем перебора пальцев в две руки берем. Так, мы как крыша оператора окружили. И хорошее упражнение на втыкание, как вот формирование волны, как в ножечке. Коротает, ты говоришь, рессору от трактора, от Беларуси, ну, знаешь? Да. На восьмеричное движение работа. Вот кисть упрощаем. Сколько эта штука весит? 35 килограмм. Чили рекомендуют. Ну, попробуй. Укрепляется. Подержи. Ставы. Одной рукой приподними. Ой, ну, давай. Не. Не придет. И в этом лесу... Не, не. Не надо, а то в этом лесу ежиков прибавится. Ну. Как шашку крутим по кругу, так и этим то же самое. И типа палится. Вот они какие, ну, русские богатыри. Сверху, как нунчаки. Нунчаки? А, понятно. Спускаете вот так вот. Раз, и она вылетает. Вот, попробуйте. Раз, это сорок. Ой. Теперь держишь? Хорошо держишь? Теперь попу туда. О, нет, спинку оставь прямо. Попой крути. Ты же девчонка или кто? А? Вот. Попу туда, а теперь опа! И возвращай попу на место. Вот так. Обратно. Оп, встали. Хоп. Хоп. И пошли. Хоп. Хоп. И пошли. Вау! Вот, забрасывайте вот так. Вы же девчонки, а попа для вас, да, это все попой можно. Бам! Опа! Да? Вот, выбрасывайте. Раз, и вот так ставите. Попробуйте вот так. Вот. А не больно? Петельку рисуем, петельку рисуем, петельку. Вот такую петельку. Да, работай. И встала. Оп. Помогай. Давай. Не отвлекайся. Раз, посмотрите. Не забывай, как мы вот это поворачиваем. Поставил. Смотри на меня. Вот на меня просто смотри. Делай работу. Сначала, давай попробуем. Давай. Ручка пошла. Встала. Встала. О! О! Там и круглый от этого. Поставила. Повернула. Петельку. Ну! Лучше Михалыча сделать. Да лучше меня делать. Раз. За спинку. Два. Из-за спинки. Три. Петелька пошла. Четыре. Пять. И поставили. Да ухватит. Ну, ты еще не уезжаешь, Андрей? Ну, три колоды. Thank you.
работа. Ну и работу проводит. Очищаешь мир. Это попирание бесовской игры. Чтобы был. Арбалет спортивный. Зан. Выпуск из стрелы где-то 40 кг. Ну, все зависит от лука. Ну, данный без блоков, обычный, простой арбалет. Значит, часть называется стремя, лук, спусковой механизм, цевье, приклад, все как у обычного огнестрельного оружия. Закрепляем ножку. Раз, два. Зарядили. Здесь используется обычно легкая стрела, но это не самый лучший вариант на самом деле. Обычно арбалет, из арбалета стреляется тяжелыми болтами. Плавненько спускаем курочек. Есть! Каждый указывает два веника. Бою у нас по традиции, по системе спецназ и по русским традициям, это походная баня. То есть баня, которая должна смыть, снять все то напряжение, которое у нас есть. Торговая, там печка, буржуйка, вы видели, на труба, на печке камни, как положено. На камнях стоит чайник подкидывать и градусник висит. Немножко утеплили, чтобы добавить температуру. Печка до красна. Ну а если в походных условиях делаются, то выкладываются камни, под ними подкапывается, разводится огонь, камни нагреваются. И вообще это у древней, это мог быть шалаш, вигвам. Ну потом стали уже использовать более современные средства. Но все, заходим. Заходим в баню. Ох, хорошо. Нет, друг за вот и не да. Он тебе. Четверо. Один не вышел. Но скажи несколько слов. Отлично. Антон, и вот сейчас просто структурировать, то есть некий такой отзыв расширенный о тренинге, семинаре, который прошел, и что больше запомнилось, и какое там, что есть сказать. Представляться, да? Да, представляться, да. Меня зовут Тимур, я из Санкт-Петербурга, мне 33 года. Я приехал, по сути, узнать что-то новое. И узнал я очень много нового. Я узнал много техник по рукопашке, над которыми предстоит много работать. Я узнал, как Вадим Старов работает с энергетическими практиками. Это было тоже интересно, познавательно. И мне очень понравились, конечно, инструктора все, которые приезжали. Каждый показал что-то много интересного. Может быть, даже местами необычного, непривычного, но очень увлекательно. В принципе, не сказать, чтобы можно что-то выделить одного. Ну, наверное, самое запоминающееся – это котел. То есть это мне больше всего впечатлило. Так понравилось, все. Давай. Я имею в виду. Значит, выталкивание тоже. Выталкивание не напрямую. При этом помеха сверху пошла. Бам! Я начал там интересно. Давай. Чего ты можешь? Не того.
Варим. По сторонам смотри. Сработало! У меня сработало! Байда! Работаем. Меня зовут Виталий, 25 лет, в данный момент проживаю в Москве. Ну, сюда в первую очередь я приехал за энергетическими практиками на природу, просто чтобы под Москвой отдохнуть, в меньшей степени по рукопашному бою. Ну, все, что хотел, здесь я получил. Ну, все прекрасно было. И организация, и преподавание, и сами тренера. Хорошо запомнился поход на Нектариевую пустынь. Ну, в общем, все классно, я доволен. Меня зовут Родион, 20 лет. Приехал сюда по комплексной системе изменить себя, свою жизнь. Вот. Мне здесь все понравилось. Люди очень хорошие. Упражнения тоже интересны. Вниз вдыхаем, вверх выдыхаем. Это вперед. Вот это назад. Дальше идут еще интереснее, стороны в сторону. Вот упражнения, отжимания, да, вот эти. Именно с накатами, да, уже я уже эти накаты практикую, ну, лет 20, наверное, примерно. Да, то есть суть в чем? Вот вы вот так делаете, да, вот отжимаетесь, вот движение идет. Вот сюда, да? На вдохе. На выдохе вы выходите вот в такое движение. Раз, вот. Видите? Как на кулаках? Да, на кулаках, надо на полу, на бетоне. Вот. И вот такие движения, вот смотрите, вот это вот вы опустились, да, вдохнули, вот так выдохнули. Руки поменяли, допустим, 10 раз вот так, 10 раз вот так. Здесь также вот у вас движение идет, вот это вдох, вот это выдох вот сюда. То есть для чего вот это все надо? Я вам сейчас объясню. Это надо для того, чтобы у вас, во-первых, вот эти кисти были нормально работали, да? Во-вторых, вы могли углы вот эти ловить. И чтобы, когда вы ловите в ударе угол вот этот, да, чтобы у вас кисть выдержала. Сюда вкручиваете, вот сюда, да, то есть у вас движения идут. И чтобы вот эта крутка работала нормально, вам надо, вот, то есть простое движение, да, вот сюда вы ушли, вдохнули, и на выдохе вот сюда. И вот катаете. Вот такие движения, да? Перевернули сюда, то же самое. Вот они. Накатываете. Вот. Вот. Вот накатка идет, да, вот она. Вот. Отсюда переходите. И здесь то же самое. О, чай. Выход. Не, не. Да, вот так. Во-во-во, да-да-да-да-да, во. Какие все ощущения? С дыханием. Все, во. Нормально. Смотри, да, вот у тебя две костяшки выступают. Да, он восточник. Да, на них и надо всю нагрузку сделать, в принципе. И в конце концов у вас нормальные кисти будут. То есть, которые могут, во-первых, держать удар. Тебе надо где-то довернуть. Надо. Вот здесь растягиваешь, а здесь ты уже сжимаешь. Здесь уже борьба идет. Там работа к ударной технике, а вот здесь уже работа на сжатие. Вот. То есть другие группы мышц, другие связки работают. То есть ты уже здесь, вот когда вот с какими-то предметами, с углом, например, или там, да, есть, или с деревом ты работаешь, у тебя уже на сжатие идет. Лежать в муравейнике, ходить по углям, баня, котел. Все очень
все очень хорошо было. Пашного боя рассмотрим тему фехтования на карабинах, на штыках. Я накручиваю, и посмотрите, ему тут проводишь, смотрите, вот я вставил. Это опять же. Хотя есть, но вот это работа. Пошел. Будет этот удар перенаправить примерно на тебя, да? Теперь проводи. Смотрите, насколько я сейчас вот это делаю съем. Проводи. Смотрите, вот он съем. Только, и чуть побыстрее можно. Раз, вот оно движение. Чуть к себе перебрал. Смотрите, здесь и здесь. Сил и... Он куда-то далеко. Раз. И вот здесь уже, в принципе, я его забрал. Хотя, смотрите, вот сейчас, если я вышел на вот эту, я могу, опа, вот здесь его очень к себе забрать. Сравнивали с русскими нунчаками. Можно было работать, можно было защищаться. Но это... Либо где-то пошел захват, где-то, допустим, любая атака. Нагайка одевалась. Где-то так пошла та же самая работа, ребята. Чуть сместил и подработал. Раз, два, здесь. Раз, два, три, четыре. И удар сверху по голове. Раз, два, три, четыре. Опа! Здесь. Работаем. По-разному как-то работаем. Работаем. Работай. Работай. Работаем. То есть. Работаем. Давайте. Работай. Медленно работай. Работаем. Режем чувство локтя. Проходить старайтесь, проходить, выходить на другой конец. Это от 1 минуты до 5 минут. Егерь в Сибири, он, в принципе, час в муравейнике пролежал. Вот. Мы вначале лежим на груди, также лежим на спине. Но на первых этапах можно начинать с чего? Можно начинать положение.
Затем, если рядом есть врач или рефлексотерапевт, мы определим, поставим диагностику своих проблемных мест. Но самое основное, муравей кусает проблемные места, затем туда попадает муравьиная кислота. Муравьиную кислоту запах уже чувствуете? Вкусы чувствуются. Сильнее кусают, мне кажется. Быстрее. Здесь, со мной, змейка. Ну, и пошли. Еще. Хорошо. Пошли, быстрее. Еще. Давай. Быстрее пошел. Давай. Пошел. Давай. Потоптали. Потоптали. Хорошо, еще. Еще давай. Еще давай быстрее. Вот у меня уголек между пальцев. Все, хватит. Светлана, Череповец. Понравилось. Информации очень много. Теперь будем работать дальше, перерабатывать эту информацию. Все. Зовут Кирилл, из Череповца, 21 год. Приехал сюда для получения какого-то опыта. В большей степени где-то без контакта, где-то да. Чувствовать человека, то есть противника. Есть. Поехали. Раз был, да? Два, три. Раз. По моему хлопку. Шаг, укол, удар, поворот, удар, выход. Антон, 36 лет, Череповец. Как человек, имеющий уже какой-то опыт в рукопашном бою, да, на этом семинаре получил такие знания, которые заполняют пробелы в данном. В данном материале. И по итогам этого семинара уже сделал для себя вывод, по какой структуре продолжать работу и развиваться, и над чем больше работать, над чем трудиться. Следующий. Я Эдуард, 49 лет. Привез ребят своих. С удовольствием встретился с Вадимом Старовым. Тоже имею большой опыт по рукопашным боям. Приехал сюда за новыми знаниями, за новой теорией, практикой. Ну, также в основном я вполне согласен с Антоном, с которым мы давно дружим и работаем вместе, что нужно заполнять все пробелы, работать больше над собой, над техникой. Ну, плюс нужно включать энергетику. Так что большое спасибо Вадиму, ребятам, которые приехали здесь. Спасибо тем инструкторам, которые приезжали сюда. Ну, конечно, больше всего понравилось то, что ребята с удовольствием работали, выслушивали и обзавелся новыми друзьями, новыми товарищами. Зону боевых конфликтов. Допустим, вы находитесь посередине очага. В город еще не вошли ни регулярные войска, ничего, какие-нибудь боевые подразделения. Что надо делать в первую очередь? Пригнувшись подальше от окон, потому что мелькающие тела в окнах сразу привлекают внимание стрелков. Вас могут легко принять за маневрирующего противника и стрелять. Бежать, вы
вы не знаете, какие промежутки между артобстрелами. Они могут раз обстрелять и прошло, а могут серийно бомбить, бомбить, пошагово бомбить. Военный, он и так в стрессе, нервное напряжение, он рискует жизнью. Поэтому он долго думать не будет. Он будет сначала стрелять, а потом только спрашивать. Первые дни, как только начнутся боевые действия, все это очень быстро пропадет. Связь обычно пропадает сразу, электричество пропадает, водоснабжение пропадает. С собой запасы воды, еды, спичек, сигарет, там, чая, на чем можно готовить, в чем можно есть, комплект одежды, исходя из сезона. Или дополнительный, чтобы мало ли какой будет переход. У вас какая-то из сторон зашла в квартиру и взяла в плен. Мало ли, может у них какие-то подозрения, какая-то наводка. Неважно, участвовали вы, не участвовали в боевых действиях. Если вы не участвовали, занимаете нейтральное положение. Ситуация следующая. Надо не делать никаких резких движений, ни в коем случае не провоцировать тех, кто вас захватил. Ночевать на берегу речки. Ну, здесь сама природа уже у нас подготовила, размытые корни. Уже сразу есть частично крыша над головой, как можно переночевать, от дождя укрыться. Растить из себя помещение, заложить листвой, сверху заложить листвой, укрепить стенки, добавить веток, тоже заложить листвой, ветками. И выдергиваем. Резким рывком. На себя. И вот так вот рвем. То есть можно без косы так покосить целое. Сними. Ну вот таким вот образом вяжем. Желательно, чтобы эти стоячки были поближе друг к другу. Мы их еще будем застилать. Ну то есть это как крыша, да, получается? Как видишь. А вот норка. Вот, собственно, дневочка готова. Проверяем. Пытались залезть для начала. Честненько. Залазишь на спине, чуть-чуть покачиваешь. Так. Укладываем, да. Вот. Не, ну, не, это дверь не надо. Это вот первый слой, на который уже можно будет класть траву. Ну и типа мне надо попробовать туда уже как бы залезть, да? Вот, чтобы... Я имею в виду, чтобы бетельку. Самые мелкие ветки, они крупные, тебе не нужны. Мы их как черепицы. Лазь туда, ложись на землю, не бойся. Смысл такой, смысл такой, что я как бы вот потом в итоге вот сюда, да, так залазил. Ну от комаров оно явно не поможет. Ну, тут выжить не комары. Прямо вот самый верх. Ну вот этот относительно крепкий. Вешаем ее сверху. Угу. Вот. И она так висит. Открывается, закрывается, открывается, закрывается. Ага. Приехал вот в лес, да, и без палатки так получилось. Ну, там руки были заняты. Ну и вот пришлось соорудить вот такое жилище временное, чтобы здесь можно было ночью переночевать. Был внутри что, какие ощущения? Внутри очень мягко, то есть там расстелена трава, как, то есть тепло. Ну, довольно-таки комфортно, то есть можно даже переворачиваться с бока на бок. Это ну, я так представь, что ты себе купил кровать или спальный мешок. Вот ты его сейчас опробовал, ощущения? Ощущения, то есть очень комфортно, тепло, мягко. И, ну, как бы просторно, то есть тело свободно двигается, то есть поворачивается. Отлично. Если на тебе есть амуниция. Вот это, да? Да. Ну, там рюкзаки, оружие и так далее. Это все складываешь здесь или здесь. Ага. Залазишь ногами вперед. Залез.
Потом это все начинаешь затаскивать и прятать. За собой? Да. Отлично. Утром теперь расскажешь свои впечатления. Обязательно, да, обязательно. Легенькая походная кухня. Макарончики с мясом. Просто, сытно. Небольшой паранос был. Отвлекаешь, отвлекаешь. На, не прошел удар, он там заблокировал, допустим. Продолжаешь кружить. Работа. На. Хана. Уже они владение техникой успешно сдал экзамен по базовой технике русского рукопашного боя, русский стиль, боевая система, спецназ. Ему присвоена квалификация инструктора-методиста по рукопашному русский стиль, боевая система, спецназ. Пятая категория с правом преподавания. Максим. Поздравляем. Дальше спасибо всем. Я тоже говорю спасибо всем. Меня зовут Вадим Старов. У нас с 5 по 11 июля традиционно уже в шестой раз на этом месте. Это заповедник Тверская Нектарьевая пустынь. Проходили военно-учебные оздоровительные сборы. Сборы на основе традиционного русского боевого искусства «Русский стиль», а также боевая система «Спецназ», в первую очередь направленная на выживание, как выживание в зоне вооруженных конфликтов, так и на один на один с природой. В процессе этих сборов мы рассматривали комплексную систему, включающую в себя методы физического, психологического, энергетического, интеллектуального и духовного оздоровления, саморазвития, саморазвития энергии, интуиции, интеллекта и комплексной безопасности. Ну, всем спасибо. Ну и в конце наших сборов я попрошу Абраменко Эдуарда выйти и русского боевого искусства, искусства в первую очередь фехтования, традиции казачьи и традиции, помимо этого, как человек, который прошел опыт горячих точек, афган, помимо этого человек с большим знанием, с большими традициями. И хочу его поздравить и вручить сертификат как представителя филиала Центра русского рукопашного боя «Русский стиль. Боевая система. Спецназ» в городе Чебоксары. И вручить сертификат инструктора-преподавателя по системе «Спецназ» пятой категории. Эдуард, поздравляю и вручаю тебе сертификат, который позволяет преподавать данную эту систему как гражданским с позиции выживания, так и в спецподразделениях. Ну еще раз давайте поздравим нашего товарища. Yes! Но, также я хочу пригласить Антона Константинова. Да? Антон, когда-то, это начало 2000-х годов, вот, мы встретились, и я очень рад был тебя снова увидеть, и увидел уже в совершенно другом качестве. Если тогда ты был в качестве ученика, то сейчас я тебя увидел как уже опытного человека, а также бойца, который также имел опыт горячих точек. Это уже конфликты на Северном Кавказе. Но помимо этого, человек, который имеет знания, традиции русской боевой системы, русского стиля, системы спецназ. И хочу вручить тебе сертификат инструктора-преподавателя третьей категории по системе спецназ. Поздравляю, вручаю. Ну и от чистого сердца. Ну и вас всех, ребята, я поздравляю. Вот. Но...